Международный фестиваль школьного спорта стартовал в Ульяновске. К нам приехало более 400 школьников из стран СНГ. Гостей принял на церемонии открытия Алексей Русских. Поздравляю с открытием Международного фестиваля школьного спорта стран СНГ. Ульяновская область с удовольствием принимает этот большой спортивный праздник. Его ждали многие любители здорового образа жизни, спорта, болельщики. Но больше всего его ждали, конечно, дети и школьники. В спортивном зале при Ульяновском госуниверситете проходит серия игр по волейболу. Наша съемочная группа попала на матч школьных команд Молдовы и Кабардино-Балкарии. За 2 недели до этого праздника мы получили это право представить Россию на этом очень красивом празднике, чему мы очень благодарны организаторам и тем, кто у нас командировал сюда. Игра получилась динамичной и интересной. Девчонки из солнечной Молдовы активно шли в наступление. Их азарт подогрело предыдущее поражение. На днях они проиграли одной из школьных команд Ульяновска со счетом 3-0. Нам очень понравилась первая команда города Ульяновска, с которой мы играли 3 партии. Проиграли 0-3, но играли очко в очко. Очень хорошие девочки, очень техничные. И видно, что в Ульяновске любят волейбол. Кроме волейболистов, к нам приехали команды по бадминтону и настольному теннису. Фестиваль продлится до 16 сентября. В финале будут известны все результаты игр. Виктория Чиркова, Сергей Кудаков. Правда ТВ.